В Рязани проходит Всероссийский библиотечный конгресс. Крупнейший форум собрал лучших библиотечных специалистов со всей страны. О чем говорят библиотекари, расскажет Ирина Целикова. Участников Всероссийского библиотечного конгресса Рязань встретила нежной майской зеленью и по-летнему теплой погодой. Обменяться опытом приехали более 800 делегатов из 67 регионов России. Впервые гостей встречают из Крыма и Севастополя. Нас окружили заботой, вниманием. Нам это очень приятно, и мы очень благодарны коллегам, потому что это и помощь в комплектовании, и помощь в освоении законодательной базы, потому что для нас это все новое. Библиотечной столицей России Рязань становится впервые. Оказанное региону высокое доверие – результат многолетней плодотворной работы. Рязанская область одной из первых начала модернизацию библиотек. Сейчас создается сводный электронный каталог, формируются полнотекстовые базы данных. Если федеральная власть выбирает местом проведения каких-то федеральных мероприятий Рязань, значит, она оценивает, что в Рязани в этом направлении делается достаточно много. По словам участников, конгресс – это в первую очередь возможность найти пути решения существующих проблем. Библиотека не должна ограничиваться информатизацией. Ей необходимо постоянно развиваться. В будущем она должна стать многофункциональным учреждением. И в этом залог ее жизнеспособности. Будет много разговоров о том, что библиотека вот как-то выпадает из культурной жизни страны. Вот сегодня, здесь, завтра, послезавтра в Рязани будет заявлено, что библиотека – большое будущее, что мы будем развивать библиотеки и как информационный ресурс, и как ресурс знаний, как ресурс культуры. Рязань будет считаться библиотечной столицей России еще год. Главным итогом конгресса станут рекомендации библиотекарям всей страны. Они связаны и с работой в новом законодательном пространстве, и с освоением передовых технологий по продвижению чтения в стране. Ирина Целикова, Владимир Буданов, Вести Рязань.